Узел Ганновер. Тройной симметричный самый большой узел. Берем галстук, набрасываем его таким образом, чтобы длинный широкий конец оказался справа, узкий короткий слева. Разворачиваем концы наизнанку, пересекаем между собой, перебрасываем широкий конец слева направо и пропускаем снизу через шейную петлю. Опускаем вниз правее. Перебрасываем снизу через получившийся узел и снова проводим через шейную петлю. Перекидываем широкий конец слева направо и проводим его сзади через шейную петлю. Теперь пропускаем сквозь получившееся ушко и делаем форму. Ваш узел Ганновер готов!